нейропатическая боль, то боль эта у вас, она, по идее, должна находиться и должна иррадировать от конечностей стоп или кистей и должна расходиться аж до поясницы, то есть иррадирующая такая боль, нейропеническая. Таким образом, вы ее ощущаете как пекущую боль, как бесконечно ноющую боль и так далее. Что необходимо делать и какие существуют методы? Один из самых простых методов называется цигун, спасительная или целительная улыбка. Человек, который начинает практиковать данный метод, может успокоить свою ногу или от боли и так далее. Каким образом это выполняется? Первое. Представляете, найдите с закрытыми или открытыми глазами, лучше с закрытыми, найдите место, которое максимально отражает боль, то есть точку максимального проявления боли. Там, где у вас проявляется максимально боль, в этом месте представляете смайл. Смайл — это улыбка в переводе на русский язык, то есть красивую мордочку желтенького или любого другого цвета, которая улыбается. Так и представляете солнышко, которое улыбается детской улыбкой. Делайте это или выполняйте это на вдохе-выдохе. Представили, сделали вдох-выдох, отвлеклись. Представили, сделали вдох-выдох, отвлеклись. Представили. Сколько это необходимо делать? На протяжении дня, если это выполнять хотя бы 1-2 минуты, первый раз это уберет у вас боль на более длительный промежуток, второй раз на более короткий и так далее. Второй способ, который тоже достаточно может быть эффективным, это способ, при котором горячую боль можно представлять, будто вокруг у вас появилась такая лед. Представили, будто лед появился на месте, где у вас находится боль, и мысленно представили, будто вы по этому льду бьете рукой или палочкой, или каким-либо приспособлением, и представляете, будто этот лед рассыпается у вас и распадается. И вновь представляете лед, и вновь представляете, будто вы его бьете по нему, этот лед отпадает. Таким образом, боль исчезает. Третий метод, это метод пульса. Послушайте, методов есть миллионы просто, о которых можно говорить. Сейчас вы можете скачать книгу вот здесь, получите две книги. Вы ее можете скачать прямо сейчас, первую и вторую. И там есть методы от полинейропатии и от нейтропатии.